В пятницу 13 марта около 3 часов дня произошло серьезное ДТП на выезде из города напротив стадиона «Атомтранс». По предварительной информации, в результате контакта двух автомобилей во время движения один из них выехал на газон и совершил столкновение с мачтой городского освещения. Иномарка несколько раз перевернулась. Серьезные травмы водителям обеих машин удалось избежать благодаря ремням и подушкам безопасности. На месте происшествия уже через несколько минут работали сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия и виновник аварии устанавливаются.